В следующем 16 курсе мы с вами работали, настраивали по HR. Ну, много покопались, целых 10 уроков получилось. Ну, во-первых, настроили конфигурацию, исключили ненужные нам директории. Наша задача была, добавили сюда, чтобы быстро открывался наш сервер. Наша задача была отправить наш весь сайт на тестовый сервер, чтобы потом мы могли и разрабатывать проект, и сразу смотреть, как это будет выглядеть на сервере. Я дал разные советы, рекомендации. Также мы с вами работали и настроили по HR это работа с удаленным хостом. Я вам показал, захотите, будете развивать эту тематику. Плюс еще ко всему у нас осталась пока на локальном сервере база Escalate, а на удаленном сервере мы уже настроили с вами MySQL, да, базу, и она у нас заработала. То есть у нас здесь у нас Escalate, не у всех установлена MySQL на основной машине, да, а на сервере мы ранее устанавливали MySQL и создавали базу в нашем проекте. Вот, мы создали базу Django 2, все у нас она заполнена, все работает, то есть это все мы сейчас работаем с сервером, да? В то время как в среде у нас пока обычный Escalate. Ну, классно все, да, ребят, все у нас получается, все нормально. Теперь мы можем работать Django, совершенствовать наш сервер и уже разрабатывать наше приложение и сразу видеть, как оно будет работать на сервере. Ну, круто все.